Сил, ты ебаный, прищ по жизни не поможет, Клера Сил. Нахуй ты играешь, додик, ты у тебя дома ждет жена, два ребенка, ипотека, а в кармане нихуя. Денег нету, денег нету, денег нету у тебя. Долбоеб ты, долбоеб ты, долбоеб, ебаный, бля. И в инете ты уебок, но в жизни еще хуже. Так, Саня, встань, это к тебе обращались, у меня нет семьи и детей. Вот так вот. Ну, МС явно не подготовился, то есть... Текст явно не про Германа, не знаю, не знаю. Ну что ж, я думаю, данный участник справа закончил все такое мини-выступление, да? Ребятушки, давайте поддержим его аплодисментами. Да. Ну что ж, и мы слушаем участника слева. Сейчас прозвучит биточек справа, прошу прощения, мы начинаем. Не без бита. Ооо, ну слава КПСС. Я попробую. Хорошо, ну, хорошо. Давай, начать, давай, давай. Сразу. Поехали. Дикий, на битах, сука, ты пидор, ты в бегах, в рэпе не был никогда, как министр транспорта. Твой рэп, молодой педофил, по ночам по любому думе, я сбил режим, мы тут крутим шпили, как Хэппи и Мил, твоя сука тут рёт, как будто Дава Кин. У, держу палец на пусте, ты пидорас, значит ты мусорнулся. Сколько, допустим, рэпа на русском, ты ёбаный пидор и лезешь в тусу. Нож достать, только попроси, я тебя ебу и слышу только, бля, у, ты читаешь рэп, как ёбаный дебил. Тебе биф, рэперок, так тогда иди сюда, я раскрою твою жопу и насру туда. Это биг стал мне запариваться лень, я знаю лишь одно, это рэп, реальный рэп. Я крутой, нужен факт, и я проливаю свет. Даже я бросил въебываться, а вот ты, пидор, нет. Ты чё, ты Семенем второй, ёпта? Ни о чём, осуждаю, 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 ни о чём. Ну это второй Семенем, видимо. МС Слева лучший! Поддерживай МС Слева! Да, МС Багира! Ой, ну это победа, я считаю. Багира лучший! Александр, ваше слово. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Я думал, это было замечательно, да? А все услышали. Ну что, продолжаем. Все услышали. МС Багира выиграл, МС Слева выиграл. Багира лучше. Багира. Да это так много очень. Багира лучше. Гера красавчик. Дикий на битах. Надо как-то так демонстрировать, да, там, добрый вечер, дамы и господа, мы сейчас и находимся в клубе Багама Мама. Здесь присутствуют дамы и господа, у нас сегодня будут отличные биты, отличная туса. Ну что-то в этом ритме, вот так вот. Леон, ставки на спорт. Багама Мама в жопу выебли. Лучший. Багира лучший. Гитарище на рубашке. Судьи посовещали. Секретарь он разъебывает, стоит. Бел, ну чё? Чё? Сколько? Сколько? О-о-о-о! Ты выиграл часов? Да, да. Багира лучший, Багира лучший. Давай не будем, пожалуйста, громко кричать, надрывать свои голосовые связки. Вот. Давайте будем соблюдать также субординацию, как запомните, запомните, что это в зале. Багира был лучше. Осуждаю, осуждаю, куплено. Ну что ж, мы продолжаем наш рэп-баттл. Судьи купили. Ой, по-моему, вряд ли, Александр. Просто победил чисто на скилле, я считаю. Так, все, господа. Он даже не сам придумал. Сэр. В смысле? У него же, а он что? А ваш МС сам придумал? У него нету двух детей и жены в доме. Это просто все. Это конец карьеры после такого. Инфа не проверена. Проверенная инфа. Да где у него? Посмотрите на него. Он был секретарем. Ребятушки, еще раз, давайте сделаем так. Я попрошу минуточку внимания. Давайте не будем здесь кричать, надавать свои голосовые связки. Будем соблюдать субординацию. Клевета на моего МС просто, сэр. Всего доброго. Ты говно. Все, я его опустил, если слышали? Все, да. Если вернется, Джесси можешь стрелять. Спасибо, у меня нету ствола, но я могу. Да можешь просто ударить ему. Дай ему шляпу сниму.
Так, я могу где у нас еще участники? Подождите. Байкеры. Что ж, участники, давайте. Не-не-не, да я вижу, это... Идем сюда, к стоечке справа. В рэп-баттле. Все, кто прошел, получается, в четверть финала, подойдите к дизельской стойке. Гера, ну про замминистра вообще парень жесткий был. Что? Блин, может быть сейчас мне зафристалить про своих конкурентов несчастных? Я бы, если честно, бы тоже, если честно, бы тоже зафристалил бы вообще. Вообще без проблем. Поучаствовал бы, но просто бесплатно зачитал бы. Саня, я хочу песни исполнить. Можно встать. Давай встанем. Я? Боже. Я? Или кто? С кем? Да-да-да. Дэнил? Давайте всё, не будем. Не-не-не, я не буду. Всё, тихо-тихо. Господа, всё, потише, я сказал. Так, сейчас у нас выступает артист, соло-выступление, это не батл, просто соло-выступление. Егор Крид! Егор Крид! Алло? Вы пошумли. Кстати, здесь. Да. Так, всем здравствуйте. Ну что ж, здравствуйте. Давайте поддержим, поздороваемся с уважаемым. Здравствуйте. Да чего только я шумлю, я не понял. Да, Александр, сейчас Рыжик жиганет, я думаю. Жиган, ты готов? Сейчас что-то интересное блядь, будет. Для всех, блядь, кто знает, что такое, блядь, предел ментов, блядь, воровство, блядь, и, конечно же, тюрьма, блядь. Во-во-во-во-во, это серьезно. Ну что ж, давай начинай. Начинаю, блядь. Хулиганский двор 90-е, дети от времени познать, как становятся взрослыми, когда братва росла, когда оставила живых с тобой, с собой забрала, следы все замела, это жизнь смертоносная игра, я вырос во дворе, там баре, там где на кто на игре, кто на игре, кто на руле, кто на тюрьме, ауе, мир на лагеря, дома ждет под братва и семья, много чертей на пути, но я не один, все равно кто-то останется, кому-то не спит. Стоп. Парень, у тебя здесь плохо. Ауе. Продолжай, братва, слышно. Господа. Братва, продолжай. Давай. Все равно кто-то останется, кому-то придется уйти. Но как ты ни крути, слышали, говори, станский уклад един. Ауе, жить ворам, воросов, воровским сердцам. Долгой жизни, уважение отцам. Я молодой пацан, пусть многое не познал. Буду ценить всегда вас отрицалов. Хотите сломать, но вы нас не вывезете. Если ты мусор, сука, то мы тебя вынесем. Шьешь дело пацанам, ублюдок ради своей выгоды. Становись раком за звезду, ты дашь себя выебать. Со мной порядочно, я сам же таком. Но в руках кандалы не убежать атаков. Ебал я в рот законы, сука, этого правительства. Ты не волк, ты овца, твоя прогнила стая. Наш путь мрачный, мы летим по встречной. А уезжать ворам, брат, вечно. Двери закрыты для блядей. Молотком кричит за людскую. Маски полетят, рано или поздно счастье не видать тут. Как утро звезды. Это хуана на общак сорта. Мир творим, она... Водички. Дайте воды, долгой жизни, уважение, сам я молодой пацан, пусть много я не познал. Буду ценить всегда вас отрицалов. Пару интересов, ты обнимаешь дубы. Ходи, общайся, просто не кидай кубы. Выше рубля двигаешься, значит, форточку, точку не ищи. Двигайся во благо и делай это от души. По нашей жизни легких путей не бывает. Не иди вразрез воровскому, таких уживает. Не сиди, не тянись к людям, интерес приветствует. Не забывай общак, пусть общак не бедствует. Йоу! Это было реально круто и отлично. Молодец. Я думаю, да, нужно похлопать уважаемому нашему рэпчику. Да, Колор, подскажи, пожалуйста. Я бы хотел тоже что-нибудь зачитать, но, как говорится, просто так мимо кассы с кем-нибудь рядом. Кто готов, господа? Джесси Оушен готов. Спасибо, братва, за внимание. Александр, тут ё-моё. Кто со мной готов? Я с афроамериканцами не батлюсь, у них сразу преимущество. Не, то что у меня дюдюль большой, это базару нет. А куда дёрся человек в шубе? Ну это не точно.
Ну кто готов? Колор, я не буду участвовать, но я просто так с кем-то рядом для участия. Не вызывай сейчас, подожди. У меня здесь проблемы с участниками. Александр, давай с Германом. Да без разницы с кем. Герман, пусть кто-то участвует просто, ну, на место займет какое-то определенное. Я участвую просто так. Ну, не приеду на выигрыш. У вас еще есть? А вдруг Александр выиграет? Желтый футболка. Надо, на че? Будешь еще? А мы видим, что Во-во-во-во-во, я думаю, текстов. У нас прекрасная обстановочка. Лол, ебать, ну тебе пиздец. Да, пожалуйста. Е-е-е-е-е-е-е-е-е, вот так вот, да? Джесси, ты куда? Твой партнер. Ты чё ты к чёлкам сразу? Это очень сильно. У нас как бы сейчас получается полуфинал. Я еще раз, ребятушки, скажу, что я не участник, я просто, как говорится, содействую данному мероприятию. Вот, и также бы хотел бы по МС-шей, да? Ну что ж, я думаю, все готовы, да, еще раз давайте поприветствуем всех зрителей, всех участников маленькими бурными аплодисментами. Я думаю, это будет реально круто и приятно. Отлично, да. Йо, давайте. Алло. Сейчас, Колор, секунду, я с мыслями соберусь. Ну я, в принципе, так накидал бы слишек, я готов. Давай. Кто, я начинаю? Саня, давай! Ты же готов. Я отличненько. Ну что ж, я думаю, аплодисменты не нужны, и мы поехали. Ну что ж, добрый вечер, дамы и господа. Мы приветствуем вас в клубе Багама Мама. Это стриптиз-клуб, и здесь собрались маленькие участники для нашего любимого рэп-баттла. Передо мной стоит тип справа, он находится где-то рядом возле стола, потому что у него желтая майка. Ну что ж, я думаю, всем понравился мой рыбачок, потому что Диего у нас находится на рассмотрении, в смысле, рыбачок. Ну, как-то так, дамы и господа, это да, был милый рэп в исполнении дайте, моего лица. У, да. Победитель. Ну, это так было изи, просто. Окей, okay, давай немного фристайла. Как тебя зовут, а? На тобой висит 182, я не пойму, а? Я достаю свой АК, я стреляю в тебя. Я просто понимаю, разлетелось говно. Говно по стенам, я знаю, это мерзко. Но здесь такая система, я понимаю это. Я просто продолжаю свои тексты стелить. Ребята вот стоят, тут здесь как-то качают. Я просто продолжаю, я делаю свои тексты. Я просто понимаю, это то, что ты дебил. А я-то нет, йоу. Я просто знаю, то, что тебя это все упрет. Я просто делаю так, как я могу, да. Я просто продолжаю делать это до хуета. Завали ебало, плиз, прошу тебя, йоу. Слушай, не, ну как бы это было изи, но как бы я старался не оскорблять, да, как-то более-менее. Я предлагаю еще уделить методочку внимания на мое лицо и на его лицо. Кто полуфинале или нет, я не понял. Все, тихо, да Герман, я хотел сказать. Я полуфинале, я против кого я? Да, вот. Ковар. Меня по поводу спрашивали текста оскорбления. Не, Санька, жестко. Если обе стороны будут согласны, понял, на эти оскорбления, я не против. Не, ну как бы да. Обе стороны должны дать согласие. Устное, письменное. Лучше письменное. Перед началом просто. Если обе стороны... Денис. Просто перед началом батла, как бы, я провел беседу, и все как бы были согласны. Что, или так это надо было письменно? Я хочу еще по минуточке уделить. Подождите, двое участников осталось в полуфинале, так это сразу финал или что? А, финал? Я ебу, бля, я финал. Давайте, парни, продолжаем. Джесси, я финал. Брат, Касава. Где он? Сейчас получается из-за того, что у нас участники, два участника покинули этот батл, и поэтому у нас вот батлился в желтой футболочке мальчик, он проходит сейчас финал. Вы сейчас будете батлиться с клетчатой, я не знаю, как сказать, рубашки, получается, тоже за финал. Так он же вылетел тот рубашки. Из-за того, что у нас покинули участники, я понял. А он вылетел не по решению судей, а по решению зрителей. Так что да, это так. Все, давайте, выходите на сцену. Геран. Пять.
Не, один финал, я в финале, да? Не, один финал, я в финале, да, получается? Нет, полуфинал сейчас. Герман и вот он в клетке на баске. Я понял. Все, гоу-гоу вообще. Ну что ж, ребятки, давайте поприветствуем наших полуфиналистов. Я думаю, все... Вы согласны на оскорбление друг друга, да, не будете? Да, согласен. Да. Почему? Все, поехали. Ера, я тебе панч придумал. Ну что ж, давайте поддержим маленькими... криками, аплодисментами. Кидай орел, если удачно, я. Йоу. Орел, Герман. Да. Я, да? Да. Оу. А, начинай, да? Да. Расскажи мне, бой, что такое боль? Кто-то очень злой шепчет за спиной, за моей спиной. Я беру в прокат самокат, еду по району, тёлки шепчут: о май гад, мазафакин гад, кучу бабла, трачу на клан, кто же со мной? Это мой клан, лучше беги, пау-пау, твоя тёлка не очень. Май бэби огонь, твоя тачка не очень. Моя тачка камон, твоя хат не очень. Моя хата ей бич, у тебя всё не очень, бой. Соси кирпич, бой, верни мне бабло. Скоро наступит ночь, ты скажешь мне спасибо, что живой. Соси кирпич, бой, верни мне бабло. Скоро наступит ночь, ты скажешь мне спасибо, что живой. Раунд. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей, это было реально очень-очень-очень прекрасно, красавчик, зачитал грамотно. Ну что ж, давайте уделим внимание также участнику с другой стороны, и мы продолжим. Да-да, здравствуйте. Зумлапу. Короче, что ты прочитал, нифига не понял. Ты вообще должен был радоваться, что полуфинал подпал, но потом ты пропал. Я тебя продал, понял, чел? Так, я вижу перед собой только татуировки и понты. Чел, спасибо, что одел хотя бы чистые труханы. Кстати, про твой внешний вид. Черный. Спасибо, гайс, 15-й год. Белые трусы и черные туфли. Хорошее совмещение. Лишний раз напоминает о твоем умалишении. Чел, ты седой. Ты что, посидел? Ты, наверное, своих родителей войну съел. Не знаю почему, но тебе на лет 25. Это оскорбление моих родителей. Не одобряю. Так вы же не против, алё. На оскорбление родителей никто не соглашался. Родителей, да, нельзя оскорблять. Ладно, я прошу прощения. Родители святое, вылет, всё! Да. Извиняюсь про твоих родителей, но это факт. Но не знаю почему, всё, ты съел, всё. Не надо это говорить факт. Всё. Так, чел, не мешай, пожалуйста. Извините. Если ты такой крутой и не засал, встань прямо здесь на пьедестал и покажи, что ты можешь, а иначе просто закрой рот. Я готов. Короче, я без родителей это... оскорбления не могу. Это есть туса, кто-нибудь это туса из круче, бейсболистов? Чем бокс. Я сейчас одного человечка спасибо проверю. Спасибо тебе, Виталий Фокс. Раунд. Чтобы его пригласили. Они поздравляют. Хороший. Я теперь не отдарил. Виталий Фокс. Я за идею читаю, мне насрать. Да не, нормально, ничего страшного нет. Когда хип-хоп в сердце, вообще похуй. Ну что, сейчас судьи рассудят. Я думаю, сейчас... Ребятки, я прошу прощения, еще раз минуточку внимания. Я думаю, сейчас судьи рассудят все грамотно и интересно, да? Давайте буквально 20-30 секунд постоим, потанцуем, покайфуем, да? И дальше уже продолжим нашу милую рэп-вечериночку. Рэп-баттл. Что такое, подождите? Рыжий расплясался. Братан, заканчивай. Фен это плохо. Бля, братан, тут, бля, продажностью пахнет просто. Да тихо. Это говном от тебя пахнет, дед. Если честно, вот, можно вы точку внимания, я в конце бы с вот этим милым человеком просто бы в рубашечке бы зачитал бы. Ну так. Зачитай, Александр. Давай не просто, давай на деньги. Не, я на деньги не буду. Я не участвую в рэп-баттле, я так просто для инициативы, как говорится. Брат, она же всегда приветствуется. То есть человек в рубашке явно фристайлер, учтите это. Тихо, Александр. Ну, фристайля только на ходу, брат. Так, господа, все. Минуточку внимания. И как всегда у нас опять один судья воздержался. Ковар.
Не, давайте без воздержания, Колор. Пусть выберет одного. Джесси. Что? Ты видел то, что он на скриптонита похож? Колор. Да, я это скриптонит. Я не скриптонит, а криптонит, ребята. Не буду. Я ж вначале всем сказал мой ним. МСДМВ. Я Танака, а.к.а. криптонит. Ребятки, давайте будем все соблюдать субординацию. Еще раз напомню, что мы находимся все-таки на организованном мероприятии, вот, на рэп-баттле. И я думаю, ко всем также нужно относиться равнодушно. Ведь они... Ну как? Ну не оскорблять, нормально вести себя. Потому что все-таки на мероприятии, да? Так, господа. Третий судья, те судья, который воздержался, уже не воздержался. Проголосовал за барабанная дробь. МС слева. Это что, криптонит? Спасибо, спасибо. Да, да, это я. Поздравляю вас, криптонит. Достойно, достойно. Спасибо, спасибо, мужик. Не-не-не, да все, все, иди сюда. Так. Теперь, получается, подойдите, участники, ко мне. Герман, вот там. Еще участник. Смотрите, вот, господа. Сейчас, ну ты-то ладно, ты уже все, ты. Герман, получается, тоже, да. Второе место у тебя, Герман. Да, да? Ну, отлично. Да. Второе место. Нет. А у меня сейчас... Криптонит выиграл. Сейчас Танака... Как звать тебя слева? Золотой футболки. Меня зовут Крис, но так я Барракуда. Барракуда. Вот Барракуда и Танака, вы просто для себя хотите побазить? Еще разок, так сказать. Можно же бафнить? Можно, в принципе. Я знаю. Ну, взять реванш. Бля, если тут можно, ну, можно. Как бы это никак не влияет, Танака первое место. Так, а что там заключить? Так что да, если что. Но это уже будет потом. А сейчас по приколу, да, идите забатлитесь, а у тебя третий. Кто готов со мной? Никто с тобой не будет обидеться. Давайте еще раз рыжеволосого. Да я ж бесплатно, блядь. Так что, я получаю второе место, да? Да, да, да. А кто первое? Первое, сейчас Танака, да, но это потом объявим, подождите, все торжественно тут было. Сейчас Танака, да, но это потом объявим, подождите. Слушай, уважаемые, давайте еще раз поприветствуем наших участников. И парень в желтой футболочке начинает. Ребят, смотрите, да, вот его зовут Танака. Никто не замечает, как бы, ну, у меня что-то зачесалось срака. Я просто делаю так. Я знаю, как это надо. Я просто понимаю то, что это Танака. Да, Танака, срака, это все обычно, это все привычно, это все типично. Я просто понимаю то, что это дебил. Да, Танака, сорян. Я извини, что побрил. Побрил твою голову так же, как скриптонита. Да, ты хоть и криптонит, но... Но все тот же дебил. Да, я понимаю. Смотри, мы на танцполе, мы просто читаем. Ты что-то танцуешь, ё-моё, ты встань ровно, хватит танцевать, ты же не грёбаная корова. Двигаешься еле-еле, не понимаю, что ты там съел. Все, короче, что-то я не привет. Ладно, спасибо. Давай сам... Да, отлично. Сережки, давайте поддержим аплодисментами участников в желтом. Аплодисментным, да, участнику слева, почему бы и нет, в желтой футболочке. У кого-то слева, у кого-то справа, но в желтой футболочке это самое главное, да? Да. Давай, желтый, потом в конце со мной, просто так. Мы же продолжаем наш рэп-баттл. Да, я тоже хочу. Не могу со своими батлить, ладно. Танака, ехай. Все начинаю, да. Крис, я уже с тобой батлил толку. Я уже всем рассказал про твою желтую футболку, и в этот раз я наложу на нее табу. Про нее я уже ничего рассказать не могу, потому что это просто одноцветная ткань. Видели, сзади Криса пробежала Вань. Никто не посмотрел из этих людей, и я в кринже, потому что это удивление на моем лице. Не могу ничего про него плохого сказать. Очень хороший пацан. Не сыт за два рубца. Отдам 5 ему прямо сейчас на ваших глазах. Я не хочу превратить этот рэп-баттл в прах. Я поэтому попытаюсь зажечь еще немного, хотя на самом деле сил меня покупают. Силы покидают меня очень. Поэтому... Очи Божьи, может, нам помогут. Все, да? Да, все, ребят, все устали. Да, мы уже устали. Да. Надо. Герман, сюда иди.
Сейчас, да. Герман, все, подходите ко мне. Я бы, кстати, вторую часть на вечернее время бы сделал. Так, Танака, Герман, а как тебя третий забыл? Барракуда, да? Крис, надо. Крис Барракуда. Да, все, Барракуда. А вы... Братуха, что мне! Что тебе? Я поближе до конца. Это ну, к Александру, все, обращайся. Саня! Ну сейчас, что? Подожди, два мероприятия, так, закончатся. Саня, получается, сначала встает Танака, за ним Герман... А, что, вы правильно встали. Так, меня все сейчас хорошо слышат, да? Да. Спонсором нашего мероприятия является Даниэль Белл. И получается, сейчас я ему предоставляю слово, чтобы он объявил победителей. Белл, выходите. Белл. Неловко получилось. Белл. Здравствуйте, я Даниэль Белл. Что, ребяшки, давайте под себя приветствуем аплодисментами нашего спонсора. А, вот. Я потом скажу. Ты что-то, я не слышу шума. Во, ребяшки, у вас не слышно. Отлично. Даниэль, давай ты выйдешь, пожалуйста, в середину зала и объявишь того самого победителя. Нет, но мы объявим третье место. А, да, ну третье место третье тоже место хорошо. Нас объявляет Брэл, второе место нас объявляет Мадрид данного клуба. И буду крокодил, да, кстати, буду смотреть, кто он является просто на клубе. Не-а. Я думаю, в общем, лучше всех спонсоров объявить данного мероприятия. Брэл. Да-да-да. Да не ты. Да, рыжий, ну отойди сюда куда-нибудь, вот, красавчик. Так, ладно. Главное, из рэп-баттла перешли в политику. Пока попридержим. Алло, а ты где? А ты где? Второе место. Так что ты не остался? Второе место у нас потише нет, можно. Нет, сейчас. Тихо, Герман. Нет, второе нет. Место у нас объявлено. Не, второе место, да. Да тихо! Герман! Ну все, давай. Ковар тут камеры не забывай. Ну ладно. Это зажигалка. Это зажигалка, да. Второе место предоставляется слово Алексу Джонсу, потому что он является владельцем данного клуба, скажем ему спасибо, и спонсором нашего тоже мероприятия. Ну что ж, ребятушки, ваши аплодисменты. Давайте поприветствуем нашего спонсора. Для второго места. Отлично. Ну что, поздоровайся. Герман. Да. Ты готов зачитать со мной потом после мероприятия? Зачем? Здорово. Ну просто так. Евгений. Ну давай попробуй попридумывай что-то. Давай, отлично, зачитаем. Ну ё-мо, ну вы понимаете, подождите, Белл. Дайте у нас праздничная часть пройдет, дальше уже обсуждайте. Все, успокоились. Короче, все, ладно, Герман занял второе место, и первое место объявляет я буду. Алло, приезжай, я еще читать буду. Скоро будем. Так я не буду в интернете это читать. Пойдем со мной. Первое место. Ладно, да. Танака. А не, вот с ним хочу. Этот парень прошел тяжелый путь до нашего клуба. Показал себя. У него ворованные текста были. А ты как бы не выступил, да? Чёрные клетки, грязное тело, белое. Давай ты закроешь, давай ты закроешь свой рот и уйдёшь отсюда. Что лучше, ворованные текста или как бы... Он сочинял на ходу, уйди отсюда, всё. Там первые два текста были ворованы. Нет, он сейчас продолжается ещё. Он выиграл, потому что у него текста пластики не ворованные. Всё, Танака получает первое место, очень хороший парень. Первое? Имейтесь на ним. Да, первое. Вот этот лысый, да? Какой лысый? Какой? Я не пойму. Кто первый? Вот. Ты первый? Криптонит. Вон он. А, криптонит, я понял. Все, пройдите ко мне для получения выигрыша, друзья. Так, первый, подходите, Танака. Кто первый место? Да, я второй. Вэл. Ух, сейчас начнется. По косарю перекидываешь? А, мало. Успешно. Вот Диего просто бит, да. Блядь. Ну что ж, ребятушки.
Всех приветствуем еще раз на мероприятие, оно почти заканчивается. Ну а после я предлагаю устроить маленькое алкопати, послушать грамотную музыку и также повеселиться. Я думаю, все не против. Крокожу, я буду крокодил, вот-вот-вот. Диего, выключи бога, пожалуйста. Диего, сейчас. Бел, ты там победитель, вот, блядь, объявлять. Так, стой, не красавчик Танака, красавчик Танака. Малака, сейчас мы с тобой после проведем. Ну так... Все бывает. Не, ну с министром транспорта я, конечно, четко взял. Чё? Министр транспорта. Ой, здорово. По поводу. Да, здорово, сейчас здорово. Как тебе, блядь? Ну типа строчка была в рэпе, не был никогда как министр транспорта. Блядь, братуха, уе. Чё? Да она что, не да? поддевала, братана, ты же читал от того, как? Кто стоит от мыслей. Александр. Александр? Да. Какой призовой фонд был 150? Какой? 100 тысяч, да, был. А, да, братуха, нет. Все, давайте, удачи. Передайте третьему месту 20 тысяч, чтобы сюда нам не передавать. В желтом? Да, 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 вот в желтом. Ну, сейчас он со мной к банкомату пройдет, я вам передам сразу же. Без проблем. Все.